Друзі, сідайте зручніше, адже зараз я вам розповім дуже цікаву історію. Про типову білявку за кермом Мерседеса. Ну, майже класичну героїню анекдотів, що на своєму авто ледве може зрушити з місця. Ще краще казус про іншу світлоголову – дівчинку-оркестр, яка їхала на коктейль та примудрилась на татовій автівці прирахувати сходи ресторану. Я не впіхнусь. Та є, давай, Маріна. Та я не впіхнусь, ти що шутиш, я перше царапаю. Або про невгамовного молодика, що не помічає на своєму шляху дорожніх стовпів. При цьому за гострим слівцем у кишеню не лізе. Це ж вічно стане якийсь му**а, і тупіт уже зелений, воно падло, 3 години буде їхати. Та найбільше вражає літня пані, яка мала би давно плести онукам шкарпетки, та де там. Вона вперто доводить своєму чоловікові, що справжній профі за кермом, а стіни паркінгів не перешкода. Ти прямо в ніг, що не бачила, куди ти їдеш? І найцікавіше в усіх цих історіях – те, що вони справжні. А один з учасників потрапить до фіналу нашого проекту, де й отримає звання «Найгірший водій країни». І його авто злетить у повітря. Доженемо, зупинимо і не дозволимо незграбним водіям розсікати дорогами України ніколи. Чорт побері! На ваших екранах найкращий проект із найгіршими водіями країни у головних ролях. Це унікальне шоу, учасники якого прагнуть якнайшвидше залишити його. Адже водій, якому це не вдасться, більше ніколи не з'явиться на дорогах країни. Щотижня 6 горе-керманичів доводитимуть усім, що не є найгіршими водіями країни. Кожного дня вони проходитимуть складні дорожні випробування. Той, хто впорається з ними найкраще, покидатиме проект. І лише один найгірший водій тижня потрапить у четвірку фіналістів, автомобіль одного з яких буде знищений вщент. Учора проект покинув рудий студент Євген. Він достойно виконав екстремальний розворот на 180 градусів, краще за всіх упорався із випробуванням на плавність руху, чим довів, що не найгірший водій країни. Сьогодні за звання найкращого водія дня боротимуться 4 учасників. Літня пані Ірина. Тут уже все понеслась, душа в рай. Відчайдушна домогосподарка Марина. Та ні, мені непонятно, нічого. Матуся 3 дітей Тетяна. Стоп. Та головний шумахер цього тижня – підприємець Рома. Рома, а мені ще? Хто з них найкраще виконає швидкісний слалом? Чим Роман поплатиться за свої викрутаси на треку? Це спеціально їх збив? Бандитам треба було не казати. Та чому Ірину покине чоловік назавжди? Він во мені розчарувався і мене бросив. Бурхливі події тільки на те. Дивимось. Всі на борт! Від простого до складного – не наш метод. Максимально важкі випробування. Ми вирішили, що якщо навчимо наших водіїв рухатися задом з причепом, на якому човен, то простий задній хід для них буде маленькою дрібничкою. А можливо, ми занадто оптимістичні? Зараз ми це перевіримо. Як ормені в нирки? 4 горе-керманичів уже зібралися у тренувальному таборі і готові до першого випробування. Та чи впораються вони з ним – велике питання. Адже такого сюрпризу ніхто не очікував.
Блін, капець. Таня не справиться, напевно. Привіт, друзі! Привіт! Ну, я обіцяв вам сюрприз. Так. Ось він. Майже на море приїхали. Рано радієш, Ромчику. Сюрприз – це притча по вигляді човна. А дівчатка – для завзятого настрою під час випробування, яке розробили і готові оцінювати наші експерти. Президент Федерації дрифтингу України, автогонщик світового рівня Макс Міллер. Власниця автошколи для дівчат, інструктор Ольга Байбородіна. Та президент громадської організації «Київ Автомобільний», засновник автоклубу «Фієста Клаб Юкрейн» Олексій Микрчан. Поїхали, дівчатки! Обов'язково. Можна за кермом сидіти і спробувати проїхати видкий трек переднім ходом до розриву, а фінішувати заднім ходом. Важливо не зачепити перешкоди та впоратися якнайшвидше. Адже експерти пильно оцінюють не тільки якість, а й час проходження траси. Першим своє вміння демонструє водій з 8-річним стажем кермування Роман. Зрозуміло, що робити? Да? Поїхали. Так, потихоньку до Ромчика. Дабы заработать нашу благосклонность, Рома мог бы хотя бы пристегнуться. Может, шильдик повесим просто, чтобы мы не говорили каждый раз, что не пристегнут. Я просто так, не пристегнут. Да, так втроем. Три таблички, не пристегнут. Надо же крутиться, вертеться, правильно, верно? И то есть, когда ты пристегнут, твои движения это сковывают, некомфортно. На автоматі заглох или что? Я заглох на автоматі. Так, Романе, твій 8-річний досвід дає про себе знати. Этой машині 30 лет. Це корч, який должен стояти, просто радувати глаз. Та невже? А що ви хотіли? Щоб вам, кепським водіям, ще й нові автівки надали для випробувань? Ви ж над корчами знущаєтесь. Ну, спробуй ще раз. О, вийшло. Поїхали. Посмотри, з какого хода він туди залетів. Слушай, ти на прицеп зеркала настрой? Ой, хлопці, ну скільки говорилося. Зеркала налаштовуються до того, як починається рух, а не після. Ну, не виправні ці горе-шофери. Просто изначально я сел, вроде бы удобно мне то есть, смотреть. Когда я уже начал уже возле фишек там проходить, все, я приостановился, ну, чуть-чуть, да, поправил для своего комфорта. А, трішки с габаритами незручно, так? Все, проход, тут проходишь, до упора руль проходишь. А, так, почти прошел. Ром, мы же думали, ты найкращий, Ромчик. Ну все, проходиш, рівні, а тут туди, Рома, туди. Рома, я на тебе поставив 10 гривень 15 копійок. Ну, я вважаю, що потрібно проаналізувати взагалі свій путь перед тим, як його починати. Понять, які розміри лодки, який винос прицепа. Та навіщо аналізувати, коли поруч є розумний друг? Давай ще назад, Ромчик, давай ще назад, і максимально к этому борту ти должен прижатися прицепом. Роман взяв немного неправильний радіус. У мене лисина спітніла. Добре, що тільки лисина. Давай рулюй, час іде, а ти ніяк до розриву не дістанешся. Щоб тихо. Там уже щось шкрябає. Просто хотілося взяти цю лодку, переїхати до всіх, хто там стояли, і пи***ли під руку. Тому я просто закрив окошко. З четвертої попитки, да, ну, вийшло. Проте експерти помітили усі помилки Романа. Парубок ледь вивернув, аби виїхати задки з траси. Не смог я предугадати його маневр. Нужно було посоветувати, що там ще є місце, щоб чуть-чуть проїхати. Проте час проходження завдання непоганий. 7 хвилин. Ну, зацепило я там кілька преград. Ну так що, це критично? Ой, господи, я вас умоляю. Ми приїхали на море!
Ага. Сдавай штурвал. До заплыву готова пани Ирина. Для меня, как водителя, с прицепом это очень сложно. Для Ирины и подавно. Она может даже и не справиться с этим заданием. Нормально, нормально, нормально идешь. Не гони. Ира такая сконцентрированная. Чуть туда, еще, туда, да, туда. Максимально. Еще прав. Максимально. Стоп! Назад? Да. А я бы взял и газанул. Здається, Рома, що ти вже газанув. Хто газує, хто сміється, а Ірина рушити з місця не може. У мене було бажання відцепити цю лодку і уїхати без цієї лодки. Нафіга вона мені взагалі потрібна? Это вперед или назад? Это сюда, вот. Вперед или назад ехать? Вперед, вперед, вперед. Я не могу доходчиво объяснить. Она не может понять, что я от нее хочу. Мы друг друга не понимали. Ира, бетон! Бетон! Работа над ошибками для Олега прошла мимо. Опять точно так же рычит, хватается за руль. Ирина явно видно, что нервничает, огрызается. Вместо того, чтобы уделять внимание вождению, просто-напросто уделяет внимание выяснению отношений с Олегом. Но вы все помните, и мы знаем, что... Тут уже не до пасків безпеки. Ірина з Олегом посварились ще до випробування, а під час його проходження взагалі роздратували одне одного до сказу. Він должен був мені точно сказати, куди двигається ця лодка. Ні, ні, Іра, Іра, не туди. Он, как штурман, тоже был неправ. Сидит, 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 и потом такой как крикнет. Ну шо ж ты тут не туда повернула, надо было налево. Ну а ты тут какого фига сидишь? Стримуючи язик за зубами, Ірина ледь дістається фінішу. Неужели это свершилось? Левее, левее! 20 минут она там куролесила с этой лодкой. Мы уже не знали, мы уже думали, господи, давайте уже просто эту лодку от нее отцепим, пусть она хоть как-нибудь оттуда выйдет. Вам вдалося! У Иры время фантастически длинное, но, если говорить о том, каким Ирина была до этого водителем и каким она является сейчас, я бы сказала, что вот это уже уверенный начинающий водитель. Я думаю, что время связано с тем, что штурман не до конца справился с правильными советами. Коли сімейний конфлікт на межі, тут вже ніякі поради не будуть почуті. Уж очень сложное испытание. А чи почує свого чоловіка Марина? Їй це також важко вдавалось. По конях. Марина, скажи, будь ласка, що мені потрібно зробити для того, щоб ти швидко та якісно проїхала цю трасу? Проверить уровень охлаждающей жидкости в бачке. Ого, Маринко, які глибокі автомобільні пізнання. Вражаєш не на жарт. Я не знаю, де він знаходиться, але я знаю, відкриваєш компот. Відкриваєш капот, і там вона торчить. Ну, там можна її знайти, вона торчить там. Ну, вот эта железная палочка, ее достаешь и смотришь уровень этой охлаждающей жидкости. Ты, компот, капот, залізна палиця. Давай заводь автівку и рушай, час пішов. Марина мне рассказывала как-то, что у нее есть какой-то опыт вождения автомобиля с прицепом. Она там с папой ездила за арбузами и все такое. Но мне в это слабо верится. Нога все время просто на тормозе. Я сказал, ты молчишь вообще. Что? С самого начала, сам молча ехал. Ну, едь, едь. Когда я за рулем, мы постоянно ругаемся. Не, не, прямо, прямо, Марина. Прямо, Марина. Еще прямо. Теперь выравнивай. Не, не, так еще ж давай. Все такие умники орали вокруг и подсказывали всякую фигню. И тем более она все велась, и у нас шло не очень хорошо все. И поэтому мне пришлось накричать, чтобы она слушала только меня. И у нас хорошо получилось пройти это испытание. Влево, Марин, ты слышишь меня? Все. Поворачивай резко влево сейчас. Из того, что понравилось, это Марина зашла в поворот через карман, то есть как бы с петелькой. И из всех, кого мы уже просмотрели, лучше всего справилась с этим поворотом, нелегким поворотом. Отож, частіше слухалась би чоловіка, більше би навчилася і вже давно би покинула проект.
Сейчас, когда скажу, будешь резко вправо поворачивать. Резко вправо вот сейчас. И влево. До конца влево. Стой, 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 стой. Стой. Блин, мы не вырвались, ладно, до конца влево и задний ход давай. Мы вместе сконцентрировались, он диктовал, а я только выполняла его команду. Вот сейчас стоп, все, теперь до конца влево и вперед. Просто побудували тактику. Давай. Ну, просто молодцы. Довольно неплохо у Марины получилось сдавать задним ходом. Не с первого раза, конечно, но все же мы буквально подвинули один бортик, а так все прошло довольно чисто. Я хочу сказать, что Ваня здесь как раз играл далеко не последнюю роль. Марина абсолютно не пользуясь зеркалами заднего вида, пользовалась, знаете, вот этим взглядом в глаза Вани, который был обернут и смотрел назад. То есть вообще в машине есть три рабочих зеркала. Да, зеркало боковое, зеркало маневра и зеркало салона. И Ваня. Молодец. Певно, Марина так і не зрозуміла принцип кермування авто з причепом. Ну, хоч чоловіка слухати навчилась. Ваш час 8 хвилин 14 секунд. Це ж нічого. А за кермо сідає багатодітна матуся Тетяна. Заводимось. Рушає з місця впевнено. Здається, білявка планує перевершити результат слухняної Марини. Коли я побачила цю трасу, я зрозуміла, що нам треба робити. Я безумно захотіла поміняти штурмана, тому що я знаю, що Діма з цим іспитанням не справиться однозначно. Чуть-чуть лівіє. Максимально правіє! Право, 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 право! Не слушай. Максимально вперед! Таня, вперед! Они заинтересованы в том, чтобы я не прошла это испытание и держала марку наигирше. Таня, право! Стоп, стоп! Таня, стой, стой! Не слушай их. Давай сейчас прямо вперед. Она слушала другого штурмана через окно, что он ей подсказывает, потому что она считала, что он реально ей помогает. Он просто реально толковые советы давал, поэтому я старалась слушать его, поскольку Дима, я знала, что он вообще вот в этом испытании, сиди, я сам открою. Левее, левее, левее. О! Отлично. Вперед не вписалась. Ого, и кого б білявка не слухала, все одно не вписується у повороти. Таня, ти ж вперед смотри. Там нормально. Нормально? Я только там один или два раза чуть-чуть зацепила бетон. Это незначительно. Молодец! Просто професійно! З горем пополам ми заїжджаємо в тупик для того, щоб дати назад і виїхати. Ти ж все одно тяжело там. Да тяжело, тяжело. Стоп! 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 Руль вправо. Вправо, в упор. І по чуть-чуть назад. Вот такое вот у меня создается впечатление, как будто бы человек вообще первый раз в жизни видит автомобиль. Таня пытается вот как-то им управлять. Выравнивай руль. Стоп, руль выравнивай. Да. Я уже не знал, как Таня объяснять. Ориентироваться Таня по зеркалам явно не умеет. По зеркалам ориентироваться, ну, в принципе, да, но как-то так не очень. Ну, мне дико, дико в очередной раз, что так человек относится к автомобилю. А мне дико, что все эти люди закончили курсы вождения, и ни один из участников, которого мы увидели, не имеет понятия, как переставить свою машину правее либо левее. Это упражнение называется зигзаг, и они должны ее обязательно делать все вместе. Это когда вот элементарно берешь максимально руль вправо, заезжаешь вперед, протянулся, а потом с ровными колесами можешь сдавать назад. Поэтому называется зигзаг, потому что имеет вот такую вот форму. Ой, ці зигзаги доведуть лихо керманичий до сказу. Стой! Стой, Таня! А ну чого ти кричиш? Ми вже виїхали, все! Хоч і лиха прикупила Тетянка, але фінішу дісталася за 17 хвилин. Реально, це було дуже складне іспитання. І взагалі, я молодець. Перше випробування завершене. Наскільки вдало з ним впорались водії, прямо зараз оцінять професійні експерти, на зустріч з якими вже проходить Марина. Різко вправо от час. І вліво. До кінця вліво. Стой, 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 стой! После того, как они меня там ругали, как маленькую девочку, я могла выйти с гордо поднятой головой. Марина, ты единственная, кто вот так вот феерично круто зашла вот в этот поворот.
Ты знаешь, мне очень понравилось, как ты себя начала вести. То есть перестала развлекаться, распыляться. Ваня в этот раз действительно получился твоим штурманом и помог тебе. И он помогал мне врулить в нужное место в нужное время. И когда я показала максимальный лучший результат, я была собой очень горда. Поэтому смело могу в первый раз, наверное, тебе сказать молодец. Наконец-то эксперты меня похвалили. Теперь я всегда буду слушать штурмана. Невже Марина перетворилась на врівноваженого водія? Побачимо у наступних випробуваннях. А почути свій вердикт вже поспішає зухвалий підприємець Роман. До упора руль проходиш. Почти пройшов. Ром, ми ж думали, ти найкращий, Ромчик. У мене лисина спітніла. Я не думаю, что на меня очень будут злиться и кричать. То есть, ну, не за что. Единственное, что могут сказать, так это спешка. Из-за того, что я спешу, мои все проблемы. Ну, самый лучший результат 7 минут. По скорости. Ну, скорость – это хороший критерий. Не могу сказать, что ты справился плохо, но и хорошего тут тоже было мало. С этим я на все 100 согласен. То есть для меня важна больше скорость. Не так качество, как скорость. Максим говорил о том, что прежде чем что-то делать, нужно посмотреть, а потом подумать. Я как-то этого момента не увидела. Ну, вот это, наверное, моя проблема, то, что я, да, не оцениваю, а так вслепую иду. Ну, это проблема, согласен. Сподіваємось, Ромчик навчиться стратегічного мислення. Думать это надо в математике. Здесь думать не надо. Взял мяч, пи***ч. А тим часом до експертів заходить білявка Тетяна. Максимально правее, право, 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 право. Не слушай. Максимально вперед, Таня, вперед. Я надеюсь, что я хотя бы один раз от них впервые услышу что-то хорошее в свою сторону. Потому что я очень старалась. Сама, ты как оцениваешь свое прохождение вот данных заданий? В принципе, как мой личный результат, то очень даже неплохо. Из того, что ну, ни разу не вышла, не посмотрела, а сколько там, а подумать, а куда руль. Но если честно, мне было так лень вылазить из машины. Должен был Димон выйти, посмотреть все, оценить и четко мне сесть в машину и рассказать, что надо делать. Можно было бы оставить в свое водительское место, тем более, что ты не была пристегнута, как обычно. Пристегиваться я не буду никогда. Никогда? Почему? Как это? Он мне не нравится, некрасивый ремень. Я готова пожертвовать своей безопасностью, но исключить его. Танечка, если бы ты видела эти рассыпанные по дороге, как семечки, тела людей, которых просто повышвыривало во время аварии из машины, я бы думала, что ты бы пристегивалась. Задумалась о том, как сделать ремень безопасности таким, чтобы он мне понравился. Добавить, может, стразиков или там цветочков. Ох, і складно експертам навчати Таню правил дорожнього руху. Тоді хай сидить у проєкті і чекає знищення своєї автівки. Може, спілкування з Іриною буде продуктивнішим? Не, ані. Іра така сконцентрована. Іра, бетон! Я понимала, что это испытание я провалила совершенно. По времени далеко не самый лучший результат. Еще и поцепляла эти стенки. Есть за что ругать. Честно говоря, мы когда вас видели, обсуждали, я увидела вот это с вашей стороны такую решительность. И даже вот мы с коллегами обсуждали вот это вот вперед или назад. Это вперед или назад? Это сюда вот. Вперед или назад ехать? Вперед, вперед, вперед. Ира, не нужно доказывать что-то Олегу. Правда. Нужно понять, что это нужно вам в первую очередь. Честно говоря, было видно в глазах, что вы понимаете, что вы делаете. Это не то, что прорывы, это круто. Мне было приятно, что эксперты увидели во мне рост как водителя и все-таки похвалили хотя бы за старательность. Після зустрічі з експертами всі водії повернулись у тренувальний табір для проходження другого випробування. Але чомусь пані Ірина прийшла без чоловіка. Ірина, що сталося? Де Олег? Він во мені розчарувався і мене бросив. Що ви маєте на увазі? Ну, от після останнього іспитання він сказав, що у нього навіть вже надіжди не залишилось, що з мене якийсь толк вийде. І більше не хоче бути моїм штурманом. Оце так поворот. Щойно Ірина почала розправляти крила за кермом, чоловік покинув її.
Это не по-мужски было оставлять все-таки женщину одну. Она нуждалась в его поддержке. И как бы там ни было, он должен был остаться с ней до конца. Якщо у вас не вірить Олег, то знаєте, я вас вірю, і я буду сьогодні вашим штурманом, і вам буду допомагати. Добре? Добре. Мне было очень приятно, что Вова предложил мне свои услуги как штурмана. Для меня эта поддержка была очень важна. От и вирішено. Тож у другому випробуванні учасникам потрібно подолати трек, що складається з трьох частин. У першій експерти перевірять, наскільки вправно водії ведуть авто заднім ходом. У другій – упоратись із маневруванням у вузькому лабіринті. У третій – проїхати слалом на швидкості 40 км на годину між чотирма манекенами. Я завжди розвиватися, тому можете усложнити спеціально для цього. Ага, 5 ограничене пространство – это хана. І що із одним ходом нужно заехати в этот лабіринт? Это уже слишком, друзья, ви многого хотите. Першою за кермо сідає пані Ірина. Новий штурман, як і обіцяв, поряд. Все тепер залежить тільки від мене. Я все ж таки хотів би, щоб ви мені розповіли, що дійсно сталося з Олегом. Останній конкурс з лодкою, він його просто окончательно добив. Він на мене, можна сказати, махнув рукою, сказав, що з мене нічого толкового не вийде. І взагалі дивно таке чути, що чоловік може сказати таке своїй дружині. Мені потрібна була підтримка, і Вова мене якраз підтримав. Але я настроєна дуже серйозно. Потому что, во всяком случае, прощения, полного прощения уже не будет. Мы ему гордо с экрана телевизора скажем. Я зрозумею. Я думаю, что Ирина даже обрадовалась. Такой большой мужчина рядом сел. Привлекательный. Думаю, она не пожалела о том, что Олег не приехал. Ну? Давайте начнем. Стоп, вирівнюйте. Вже одно завалили. Завалили? Задній ход – це явно не мій конек. Тут треба ще більше тренуватися. Та хіба тільки задній хід? Чекайте. З лабіринтом також у Ірини проблеми. Викручуйте зараз руль вправо. Я уверен, что у всех возникнут первые несколько раз сложности с прохождением данных заданий. Каждый водитель должен сам себе придумывать и сам оттачивать свое мастерство непосредственно на вот похожих заданиях. Ледь проїхавши, а точніше розваливши лабіринт, г**на прошла. Ірина готується виконати швидкісний слалом. Поїхали. Хочеться доказати Олегу, що я далеко не найхудший водитель країни. Поэтому я буду идти до конца, независимо ни от чего. Быстрее! Скорость! Быстрее! Відразу. Питай, так говорю. Быстрее! Відразу, еще відразу. Ого, здається, мы пробили колесо. Стоп. Вот что-то вот бахнуло, грохнуло. Я понимаю, что в этот момент надо срочно остановиться. Мы что-то сшибли. Вы ничего не сшибли. У вас разбортувалось колесо через надмірну швидкість на повороті. Никаких нервов. Лопнуло так лопнуло. Вова больше перенервничал, чем Ира. Конечно, колесо-то лопнуло под ним. Ирина! Молодец! Совет водителям. Когда выехали на ровную дорогу, и пока скорость небольшая, просто отпустите руль на несколько секунд и посмотрите, не уводит машину вправо или влево. Если машину ведет вправо или влево, это, возможно, сигнал о том, что одно из колес раздуто. Вот это да. Выпустите меня отсюда. Ну, не витримала навантажень наша маленька, така гарненька машинка. Ну, звичайно, не витримала, адже це не спортка. На звичайному авто перед тим, як повертати, потрібно швидкість знижувати, бо такі віражі можуть виявитись фатальними. А наступною пройти випробування готується Тетяна. Зараз Таня покаже, як вміє в лабіринтах рулювати. Готова? Да. Поїхала. Таня вже знає, що потрібно пристебнути пасок безпеки, і це вже добре. Я все-таки прислушалася к мнению Олі і пристегнула этот ремень. Теперь я понял. Таня!
потихоньку. А я погорячилась, потому что я очень нервничала. Я понимала, что это безумно сложное испытание для меня, и я с ним не справлюсь. Як ми бачимо, колесо постраждало. Танюшка, ну що ти зробила? Ну просто якесь місиво. Мені по зеркалам неудобно. Осторожно з лівої сторони. Все, тихо. Куда? Оп! Сзади? Есть. Что есть? Вон ты сбила еще одно колесо. Так? Я не сбила. Сзади сбила. Было желание сказать Тане, что Таня, давай назад проеду я, а вперед дальше уже поедешь ты. Действительно очень сложно, и я не понимаю, что делать. Еще Дима там что-то пытается мне рассказывать, там орет на меня, там доказывает мне. Стоп, стоп. Таня, а там ты что не смотришь? Дима, это книжка для меня. Я начал оттолковать это колеса, уже не понимая, как ей объяснить, как дальше ехать. Итак, Таня, 18 шин. Даже Ирина проехала лучше. Почему говорю «даже»? Потому что Таня молодая особа. Таня должна впитывать информацию как губка, и легкообучаемость у нее должна быть на поверхности. Ну, знаете, завдання не з легких. А для Тетянки це взагалі нереально проїхати. Таня, блін! Стой, 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 Таня, стой, стой, блін! Стой, стой, блін! Стоять! Стоять, сказав! Стоять. Ти куди їдеш? Я уже не понимаю, куда я еду. Куда мне ехать? Что мне делать? На какие педали нажимать? Вообще, что мне делать? Я не понимала. Тут включи свою барашку, и он едет прямо. В упор. Подъедь, только ничего не сбивать. Как? Я не могу сбить вот эту херню, Дима. Едь прямо. Там слишком мало места было для того, чтобы там что-то сделать. Стоп, стоп. Таня не хочет вообще никак слушать меня, как надо правильно ездить. Стоп! Дима, все, я уже не могу, мне это надоело. Она просто, как в прошлый раз, помните, с коляской, вот это, вот она просто психанула, сбила блок и уехала. То есть она просто психичка. Я поехала просто прямо, раздвинула все эти блоки и решила, что передо мной все двери открыты. Может, хоть и с слаломом упорается. Разойдитесь только, пожалуйста. Потребно подали, видите? Вижу цель, не вижу препятствий. Повірте мені. Не хочу дивитись. Зараз, блін, всі манекени будуть у нас на капоті. Сразу виворачую. Раз, туди, вот. Это просто какой-то просто динамический крутеж руля был туда-сюда. Она потеряла просто руль. Нормально. Давай вылезай. Чувак, я чуть больше газанула, и машина стала неуправляемой. Я сбила какие-то фишки, которые стояли за 3 метра или за 5 метров от трека. Да, мы проехали очень сильно широко, но мы не сбили ни одного манекена. Я был очень рад. А випробування розпочинає Марина. Настрій у дівчини бойовий. Давай. Я думаю, я буду найкращою. Поїхав. Если я пройду это испытание, то я точно буду самым лучшим водителем. Героем просто. Она обещала ни одного колеса не сбить. Не, ну она собьет, конечно, штучек 5. Обещала, мало ли, что она обещала. Ох и доброзичливці зібрались. Від такої підтримки самовпевненість Марини розвіюється одразу, як тільки вона виїхала на трек. Хотілося б сказати, що це перше колесо на трасі, і вона його зачепила. Задній ход і Марина – це поняття несовместимі. Я свої прохожу, що далі говори. Ну і просто їдь, я тобі сказав, заткнись просто і їдь. Я попросив, блін, Марина. Сам заткнись, чого ти мене затикаєш? Ах, мені подобається, подобається. Мексиканські серіали. Іноді, може, і нужна його допомога, але вже не так часто, як це було в предыдущих іспитаннях. Та невже? А хто це про допомогу волає? Ваня, говори мне! Я если молчу, я сказал потихоньку, едь и все. Ты что, гонишь или что? Воу-воу-воу! В отличие от всех остальных, я сбила минимальное количество шин. Ну, покажи той самый класс из лабиринтом. Саме на цьому етапі дороги у наших водіїв здають нерви. І вони просто їдуть. Просто. Не бачучи куди. Вона здала заднім ходом і все-таки заїхала в этот лабіринт. Я ожидав худшого. Дальше. Мені ж треба туди заїхати, щоб потім зробити. Давай далі чуть протягніть. Протягніть далі. Протягнути далі що?
Просто прямо что, машину? Просто прямо, да. Хорошо. Она помнит наши советы касательно крутить руль удобнее в легком движении, а не стоя на месте. То есть она подготавливалась к тому, что она уедет вперед. Я бачу, тебе Таня розповіла, що робити, так? Делай то, что я говорю, так и все. Так ты не говоришь, ты просто начинаешь мне морали читать. Говори по делу. Дальше. Влево поверни, едь вперед. Резко влево. Ну вот, максимально. Меньше скорость сделать. Да ты еще там больше, много места. Зачем ты сейчас поворачиваешь? Стоп, стоп. Стоп. Марина могла бы лучше проехать, если бы лучше соображала и слушала своего штурмана. Марина невиправна. Здавалося, у випробуванні з причепом вона навчилась контролювати себе і слухати чоловіка. Але тут знов суцільна істерика за кермом. Да, при виїзді з лабіринта я чуть-чуть задела праву стінку, но не снесла же її повністю, як це зробила Таня. Та може під час слалому красуня спробує опанувати себе. Поворачує. После первого манекена я, конечно же, снизила скорость, потому что они были похожи на людей, и мне было страшно их сбить. Давай. Супер. Право, право, право. Газ, газ, газ! Та що ж ви всі у повороти на швидкості влітаєте? Знов колесо автівки страждає. Об'їзд манекенів, як змійка, і розшатуванням весу автомобіля, превратився в плавні повороти в такому сейф-режимі. Все вірно, я теж замітила, що Марина технічно неправильно виконувала дане упражнення, але, тим не менше, проїхала, не збила, і це радує. Саме головне, що наслухала мене, і у нас доволі неплохо все вийшло сьогодні. Маня! Ти би мене покружила, не за жопу брав. Вань, ти нормальний? Останнім у цьому випробуванні за кермо сідає Роман. Думаю, Рома пройде іспитання гаразд лучше, ніж всі остальні дівчатки. Все, давай, я вірю в тебе, поїхали. О, та ти що? Ромчик, давай! Ніхіся, давай, 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 давай! Ну, нічого, одне колесо для профі це. Що за хіба, блін, Рома? 50 вже, Я вообще планировал все красиво сделать. Но потом я просто... Меня немного сдали нервы. Хатик, молодец. Молодец! Ну так получилось. Трішки перехвалив. Там невозможно было проехать до конца эту змейку на такой скорости и на такой неправильной линии, траектории, я имею в виду. К сожалению. Роман не справился с управлением. Вообще не справился. Да он по колесам, тупо по колесам хи**чит. Оно уже было сбито до нас. Расчищают. Что, красную дорожку постели, Вов? Ну, на червоний килим Роману ще зарано. А от лабіринт проїхати саме час. Потрібно бути обережним. Чуть-чуть те саме. Ой, тихо. Рома, все добре, все супер. Не вистачає стовбаю. Я смотрю, Рома едет не лучше, чем Таня, Ира и Марина вместе взятые, а может еще и где-то хуже. И поэтому это меня очень сильно удивило. Я заснял. Просто решил очистить себе дорогу финишу. Но я считаю, что я первую часть испытания проехал довольно-таки быстро и достойно. Красавчик! Це, опять же, тупо випіндрєш. Зараз побачимо, які викрутаси покаже Роман під час швидкісного слалому. Давай, Ромчик! Поїхали! Оп, віляй. На моєму пути стали брутальні лисі манекени. Ні один гопні, який мені реально дуже не нравився. Рома. Слава Богу, что это манекены. Ты же их просто нафиг расшмактовал. Там можно было объехать, можно было уехать в сторону, не сбивая манекена. Ну, то есть пожертвовать заданием ради того, чтобы сохранить жизнь так называемым манекеном. Лидер. Лидер, который остается с нами до конца. Просто нет слов. Просто жопа. Я просто его хотел действительно снести, последнего. Ну, а тот попался под руку.
На такій безутішній ноті завершується друге випробування. Горе-водії вирушають до експертів підбивати підсумки. Першою перед ними постає пані Ірина. Питання номер один. Що ж сталося з її чоловіком? Мене бросив. То есть как бросил? Бросил на время соревнований, то есть его укачало, и поэтому он... Я не знаю вообще, честно говоря, я уже не знаю, что происходит, его просто нет. Прямо все так серьезно, с вещами на выход? Угу. Это круто, конечно. Проект повлиял на такое решение? Проект, наверное, скорее повлиял на меня. То есть вы стали немножко сильнее, мне кажется? Да. Этот проект дал мне понять... отношение к себе и уверенность, скажем, в своих силах. Оказывается, я очень многое могу. Ирина, вы на самом деле большой молодец. Явно видны успехи у вас. И хотелось бы сказать, что все, что не происходит, все-таки все происходит к лучшему. Все, я думаю, у вас получится, вы на правильном пути. Спасибо. Я почувствовала, что я очень выросла. И главное, чтобы, наверное, чтобы никто не мешал. После проекта у вас будет столько мужчин, поклонников, и машин, и скорости, и уверенности, поэтому не переживайте. Підтримка в такий скрутний момент найцінніше. А от що скажуть експерти Роману, який скажено зніс манекенів під час проходження випробування. Рома. Для них же не манекены, это как бы людишки. Поэтому выслушаю и уверен, что очень много. Роман, я хотел бы у тебя уточнить, манекены для тебя это была игра, или ты все равно пытался как-то в реальную жизнь это перевести? Ну, на самом деле, не очень серьезно. Может, повлияла еще жара. Что ты чувствовал, когда сбивал манекены, которые были одеты как люди? Уши горели, какой-то... Ну, можно сказать, страх, немного адреналин и, ну, не очень хорошее чувство на самом деле. Ты специально их сбил? Ну, бандита надо было наказать. Такая вот игра. То есть ты, жертвуя людьми, пускай в данном случае манекенами, решил доказать всем, что ты быстр? Это трек. Это обычное испытание. Какие люди будут стоять на треке, там, где я буду слалом проходить скорость? Я тебе говорю еще один раз, как и говорил до этого. Не всегда тот, кто быстр, жив. Повчально, аби Роман не грався так на дорогах. Посмішиш людей, не смішиш. Це ж кряба, щоб з асфальтика. Ні, не можна спішити. Наступною до експертів проходить Марина. Я сьогодні буквально вже збирався похвалити, говорю, наконец-то на Івана перестали кричати. Задання з лодки ви виконуєте, все здорово, але на змійці заднім ходом Іван отримує свої, довгожданні... Пилюли, как говорится. Да Ваня, говори мне! Я тебе молчу, я сказал потихоньку, едь и все. Ты что, гонишь или что? Неужели так тяжело совладать с собой? Он начинает меня воспитывать за рулем, начинает мне рассказывать, как жить. Пусть он мне конкретно, вот как в случае с лодкой, конкретно говорит, что мне нужно делать. Вместо того, чтобы меня просто учить ездить, он орет на меня. Но орать я тоже могу. Я тебя отпускаю, а будем решать судьбу. А потом услышишь вердикт от наших экспертов. Хорошо? Спасибо. Пока. Пока. Я же не сбила ни одного манекена. Я надеялась, что хотя бы из-за этого они меня похвалят. А до зали экспертов заходит четвертый гореводій – Тетянка. Тут мова піде також про нервовість за кермом. В упор подъедь, только нічого не збивай. Как? Я не могу сбить вот эту х**, Дима. Едь прямо. Да, Дима, все, я уже не могу, мне это надоело. Почему так сложилось опять? Почему психуешь? Ну, потому что я не понимала то, что мне говорит Дима. Просто взад, вперед, лево, право. Он ничего толком не говорил, ну, конкретно. И он опять начал хвататься за руль и пытаться руководить, сидя на пассажирском сиденье. Я надеюсь, что Оля все-таки оценит мой героический поступок, что я все-таки пристегнулась. Водителя формируют именно упорство и труд. Нет психоместа на дороге. Це, певно, найголовніше правило дорожнього руху. Отже, чергові випробування пройдені. Час експертам визначати найкращого водія дня. Рішення прийняти нелегко, адже цей водій вже сьогодні врятує свій автомобіль від імовірного знищення та виїде на дороги України. Відповідальність велика. Судді у роздумах. По поводу Марины. Что скажете? Что будем делать? Как решать судьбу этого человека? Домой отправлять.
Объясню почему. Угу. Понимаете, она столько наслушалась, она тут и плакала, и нервничала. И мы реально каждый раз указывали ей на ее минусы. По сегодняшнему дню я увидел, что она собралась и прошла все задания лучше всех. Здесь есть очень важный психологический момент. Когда у человека, у ученика начинает что-то получаться, он считает, что он уже все может. Нельзя человека в этом эйфорийном состоянии отправлять на дорогу. О, Таня! Весь мир, весь шарик, вся планета пристегивается, я не буду пристегиваться. Или, знаете, слишком много пешеходов здесь ходит по пешеходному переходу, поэтому психанула из-за всех-всех, как кегли разлетелись. Ее судьба, друзья мои, ездит на троллейбусе. Мне кажется, что Иру надо отпустить. Мы по делу смотрим, а не по тому, кто разошелся, кто сошелся. И поэтому давайте еще подумаем. Рома, он, знаешь, как бы резкий, как... Брызги шампанского. За два сбитых манекена, женщину и бандита, как вы говорите, он уже должен прикован быть цепями к нашему финалу. Оце так вирок. Ромчик точно потрапляє у фінал тижня. Але кого ж все-таки експерти відпустять сьогодні? Може бути, Маріні повезе і все-таки... Хоча, моє мнение, пускай би оставалось далі. Я думаю, що вигонять, скоріше всього, Ірину. Кожен із вас мені став як рідний. І якщо б я приймав рішення, хто покине проект, я б оставив вас всіх. Но... Я готов огласить вердикт наших экспертов. И сегодня мы узнаем имя участника, который заберет свои ключи, водительское удостоверение и покинет наш проект. И, конечно же, я думаю, что это окажусь я. Я стану лучшим водителем. Перед вами стоят светофоры, где красный цвет означает, что вы остаетесь на проекте, а зеленый, что вы его покидаете. Вы готовы? Да. Внимание на светофор. Пускай загорится чей угодно светофор, лишь бы не Маринин, а в идеале вообще будет мой. Если я не окажусь самым худшим водителем страны, Ваня, как и обещал, купит мне машину, и на ней буду ездить я. У меня вряд ли загорится, никак не загорится. Что? Ура, ура. Это не Марина. Главное, что это не Марина. Это вы, Ирина, я вас поздравляю. Почему? Вы заслужили Нет. это. Я вас искренне поздравляю. Спасибо. Олег, хоть и без тебя, в конце концов, но я не являюсь... худшим водителем страны. Конечно же, у меня для вас есть подарок, помимо ключей и водительских прав. Это сертификат на 100 литров бензина. Он ваш, пожалуйста. Спасибо. Ну и забирайте, пожалуйста. Это ваше. Отже, сьогодні проект покидає найстарший з гори водіїв. 57-річна пані Ірина. Вона пройшла 7 складних автовипробувань. І, на думку експертів, готова повернутись на українські дороги. Ну-ну-ну-ну-ну-ну! Молодці! Ірина стала більш уверена. І цей проект, тобто не дурня, яка пройшла просто так. Ну, а всіх остальних ждет останній день испытаний. И в конце последнего выпуска мы узнаем имя худшего водителя. Именно он попадет в суперфинал, где мы выберем худшего из худших. И я с нетерпением жду, когда мы уничтожим его автомобиль. Ради вашей же безопасности. Увидимся! Дивіться вже завтра. Визначення фіналіста тижня. Я була в шоке. Мне было пи***ц как страшно. Отвечаю, я вся дрожу. Ну, давай поменяем, что нам, ну, пожалуйста. Что, ну... а Дима? И совсем скоро мы узнаем, кого признали худшим водителем страны.